Москве открылся второй этап 15-го съезда партии «Единая Россия». На мероприятии работает представительная делегация Ульяновской области. Ее возглавляет глава региона Сергей Морозов. В составе делегации победитель предварительного голосования и делегаты от местных отделений партии. Съезд идет два дня – 26 и 27 июня. Он стал завершающим этапом подготовки проекта предвыборной программы партии. Проект готовился с учетом итогов дискуссий, которые проходили на открытых площадках в регионах. В течение полугода работала комиссия по сбору предложений для включения в эту программу. И мы собрали действительно довольно большой пакет тех предложений, причем предложения поступали не только от партийцев, не только от партийных организаций, самого разного уровня, начиная от первичек, местных политсоветов, от политического совета, от президиума, от других наших оппонентов, более того, от общественных организаций. Поэтому такой масштабный пакет документов у нас и получился. И мы его разграничили. Региональный аспект, то, что мы действительно сегодня знаем, и то, что будем работать, с чем будем работать на территории Ульяновской области, и федеральный компонент. Наши отдельные инициативы, они вошли в федеральный компонент, поэтому мы чрезвычайно довольны этим положением. Все-таки Ульяновская область не осталась в стороне от такой масштабной работы. В свой день рождения на съезд приехал председатель законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев. Он очень значим для нас, потому что сегодня будут ставить серьезные очень задачи на дальнейшую жизнь. Будут решаться важные, судьбоносные, я бы сказал, приниматься решения в отношении, так сказать, целого перечня людей, которые выдвигают сегодня партия «Единая Россия» на выборы в Думу, Государственную Думу. Поэтому я думаю, что сегодня мы очень плодотворно поработаем. Сегодня в здании Центрального манежа проходят дискуссионные площадки по обсуждению проекта предвыборной программы партии. Всего их 10. Заместитель секретаря Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Тихонов поделился впечатлением о дискуссионной площадке «Социальная политика». Очень смелая часть программы. Практически все проблемы, которые мы в нашем регионе обсуждаем, которые имеют место быть в нашем регионе, они все отражены в этом социальном блоке. Понятно, что этой программе и этому блоку предшествовало серьезное обсуждение, в том числе на партийных форумах, и наши предложения тоже вошли в основу. Но это не только смелая часть программы, но и очень конкретная часть программы. Ну, прям некоторые такие показатели. До 2020 года средняя пенсия в регионах должна составлять 40% от средней заработной платы. Это очень серьезный прорыв, это очень серьезная заявка. И если нам удастся эту заявку исполнить к 2020 году, то это победа будет. Во второй день работы съезда будут выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам и сформированы партийные списки по территориальным группам на выборах Государственной Думы 7-го созыва. Судьбоносный. Ключевой этап. Главное событие выборного периода. Так участники говорят о 15-м июньском съезде политической партии «Единая Россия». Уже завтра, 27 июня, состоится пленарное заседание, на котором планируется утвердить главный партийный документ. Он должен стать руководством к действию на ближайшие 5 лет. Валентина Каманина, Юрий Конихин, Москва, новости Ульяновской правды.